Кира что сделала? Мороженое съела? А ну посмотри, может оно там лежит? Нет. Ну вот здесь вот, нету? Нет. А Маркиза где сам? Она там лежит. Ну вот так, оставил мороженое. Да не трогай ты ее. Она вылезла. Ну и что, что она вылезет, что она сделала? Нету там разве мороженого, посмотри внимательнее. Нету. Подушенька, ты зол? Что? Ты зол? Козов, как я зол. Тихо, ты там горячо. Ты попросил маркиза, может, она тебе обратно отдаст. У маркиза попроси мороженое. Не даю? Нет. Она съела и смотрит на меня. Съела и смотрит на тебя? Да. Ну какая нехорошая, да? Бессовестная маркиза, да? Да? Да. А что ж ты оставила и ушел? А? И мог с ней пойти. Ранил. О, кто там светит в окошко? А ну посмотри. Кто? Папа, наверное. Что, маркиза отдала, может, по чуть-чуть, по капельке, по капелюшечке, по маленькой-маленькой капельке. А что ты маркизу бьешь, она тебе отдала мороженое. Что? Мороженое она тебе отдала, что ты ее бьешь? Это мороженое взяла. По чуть-чуть, ты что такой кусок взял? Так, а ну-ка, стишок какой-нибудь расскажи. Стишок расскажи какой-нибудь. По чуть-чуть горло будет болеть. Я блестящий, я такая. И, конечно, липковая. Надо рогом чувствовать. И узна салам за мной. У меня. И ну, стишок развивается. Я машина. Молодец. Дальше поехали. Я стучу. А вот далеко я хочу. Я стучу. Стучу. Далеко тебя хочу. А над речкой. И мама. Братик, далее всем ту-ту. И кто это сигналит? Парам. Ну что ты забираешь? Смотри.